КЗ, студентов класса арфы, училища и музыкально-педагогического института имени Ипполитова Иванова. Класс заслуженной артистки России Королёвой Аллы Филипповны. Ну, мы начинаем, да? Попросим. Дорофеева Мария. Она исполнит Антонио де Кабессон по ванной вариации. И потом они исполнят дуэт Камилла Сенсация «Лебедь» из «Карнавала животных» с Анастасией Шпановой.
Марсель Турнихер, танцовщица Лолита, исполняет Гизе Аделаида. Попросим.
исполнители Гизе Аделаида и Гизе Аглая. Thank you.
Исполняет Кудерский Константин, класс скрипки Мишиной Анны Михайловны. И Бегова Ольга. Thank you.
произведение Валерия Георгиевича Григорьевича Кикты «Античные видения». Для кларнета, партию кларнета будет исполнять Шорохова Полина, класс заслуженного артиста России, доцента Облезова. И Богаткова Полина в трех частях. Первая часть – «Богиня трагедии», вторая часть – «Пастух и ягненок», и третья часть – «Антиной в образе Диониса». Значит, произведение непростое, но новаторское, написано достаточно давно, лет почти 40 назад. Но исполнитель его редко играет, потому что оно сопряжено с определенными трудностями исполнения. Именно очень трудно тесситурно написано по тесситуре, когда человек должен пользоваться приемами, исполняющими на кларнете, и должно быть определенное мастерство, чтобы выполнить все указания композитора и передать еще образную сферу, потому что, в общем-то, написано на сюжет греческих трагедий. Поэтому поприветствуем Thank you.
Браво! Сейчас прозвучит концерт для арфы с оркестром, переложение для фортепиано. Ми бемоль мажор. Первая часть Ренгольда Моревцевича Глиера. Исполняет Завьялова Вероника, партия фортепиано Юмаева Наталья Александровна. Thank you.
соната в трех частях. Исполняет Девянина Ирина. Thank you.
Дирижер, концерт для арки с оркестром «Мибемоль мажор». Третья часть исполняет Девянина Ирина, партия фортепиано Думаева Наталья Александровна. Thank you.
для камерного состава и арфы. Камерный состав у нас заменяет партию фортепиано Юмаева Наталья Александровна. Исполняет Ирина Александровна. Thank you.
Белдаева Маргарита, класс преподавателя Лисициана, народного артиста СССР. Значит, споет она «Пергалезе», «Если любишь», аккомпанирует София Каландадзе. Thank you.
Вальтер Кюне, композитор, исполнит Соню Коломяцкую.